Всем здорово с вами. Малолетний дебил. И сегодня я расскажу вам причины, почему Gacha Life топ. Да, именно топ, не говно, как считают трансфериты. Блин, не так. Но вы поняли. Короче, погнали. Но, есть одна просьба. Первая причина, почему Gacha Life топ. Так это потому, что Gacha имеет хорошую аудиторию с адекватными школьниками. Если вы не верите, то идите на все три буквы ха-ха-ха, я урил и закопал, ну ты сосарик. Нихуя себе, блядь. Вторая причина — это крутая графика, ее можно настраивать с 1 пикселя до 144. Понимаете, как это много? Эти антигачеры о таких цифрах не слыхали. Третья причина — это Лада Индия. Четвертая причина — это разработчик конкурейца, а значит, все его должны любить, так как он в армии был, а значит, у него 8 кубиков, жесткая спина, ноги, ну и писька где-то целых 5 сантиметров. Пятую причину не придумал. Шестая причина — это то, что не любит художку и хентай, а футбол ненавидит, и это круто. Зачастую это доброжелательные лесбиянки, геи, трансписиты. Фу ты, опять не так произнес. В общем, все, подписывайтесь, ставьте лайки. Также у меня есть дискорд, ссылку в описании, по базарим, и всем пока.